Коррупция при строительстве и ремонте дорог является старой проблемой. Решение этому ждем от нового руководителя антикоррупционного ведомства. А в Павлодарской области наказали подрядные организации, представители Казавтожола, коммунальщиков за плохое содержание дорог и множество нарушений при строительстве. С начала года полицейские 467 раз обследовали автодороги общего пользования. В итоге выявили 1403 дефекта и 73 нарушителя. На них наложили штрафы в общей сложности на 2 с небольшим миллиона тенге. 1403 дефекта и 2 миллиона штрафов. Это соотношение требует специального анализа. Общая протяженность же трассы Павлодарского региона составляет более 5000 километров. Плюс в черте областного центра насчитывается 70 улиц, где требуется ремонт асфальтного покрытия. Весь апрель здесь будут проводиться восстановительные работы. В основном недостатки вот после зимы, сейчас в зимнее время это было гололедица, переметы, так вот все зима затянувшаяся у нас сложилась. В основном недостатки были по зимнему содержанию. В основном протокола составляются за несвоевременность, значит, очистки, не за своевременную подсыпку, и, значит, которая влечет возникновение ДТП.